6 июня 2020 года с 9 часов будут проводиться мероприятия по благоустройству кладбищ в сельских поселениях района. В этот день с Нефтекамского автовокзала до кладбища села Никола Березовка будут выделены дополнительные автобусные рейсы ГОБ-Башавтотранс. Автобусный маршрут начнет работать в 6 часов 22 минуты. Интервал между рейсами составит 20 минут. Последний рейс отправится в 22 часа 20 минут. Приглашаем всех жителей, родственников усопших принять участие в уборке территории кладбищ, заброшенных захоронений. При проведении субботников рекомендуем соблюдать все противоэпидемиологические меры, социальную дистанцию в 1,5 метра между участниками, не допускать массового скопления людей, не более 50 человек, проводить обработку рук кожными антисептическими препаратами, использовать средства индивидуальной защиты, маски и перчатки.